Новостям спорта. Абдулрашид Садулаев завершил сезон на первой строчке рейтинга дагестанских борцов. Об этом сообщает westdag.ru. В этом году махачкалинец одержал победы на чемпионате Европы в Риме, стал лучшим на первенстве страны в Наро-Фоминске, а закрепил свой успех дагестанский танк на Кубке мира в Белграде. С начала года вплоть до декабря лидерство в рейтинге удерживал чемпион Европы Курбан Шираев. Всего же в классификацию вошли 83 спортсмена. Любопытно, что капитан сборной России Садулаев последние 7 лет показывает лучшие результаты среди дагестанских борцов, но при этом только лишь в 2014 и 2018 годах возглавлял итоговый рейтинг. Его обходили те, кто чаще него выступал на соревнованиях.